До 6 лет лишения свободы за алюминиевые ложки и самовар. Такое наказание ждет 38-летнего жителя поселка Харитонова. Мужчина проник в дом к своей соседке и похитил оттуда кухонные принадлежности. Умышленно ли он шел на данное преступление или просто захотел попить чайку, не уточняется. Сотрудники ОМВД России Котласки пресекли очередной факт незаконной продажи алкоголя. 53-летний мужчина продавал спиртное прямо в своей квартире в одном из домов по улице Володарского. Теперь несостоявшегося предпринимателя ждет штраф. Не обошлось и на минувшей неделе и без мошенничеств. В числе пострадавших две котлашанки. Истории их аналогичны. Обе женщины решили сделать заказы в интернет-магазинах. Первая хотела приобрести газовую плиту и перевела за покупку 5 500 рублей. Вторая – автомобильные колеса за 11 тысяч. До сих пор ни та, ни другая товар так и не получили. А продавцы после получения денег на связь с доверчивыми покупателями не выходили. 17 марта в полицию обратился житель поселка Вычегодский. У мужчины при невыясненных обстоятельствах пропала банковская карта, с которой практически сразу кто-то снял 5000 рублей. Однако невыясненные обстоятельства не помеха для котласских полицейских. И уже спустя 2 дня воришка был установлен. За присвоение чужого имущества ему грозит до 5 лет лишения свободы.